Привет, с вами Лепа Таня, а это новости 2x2. Самый амбициозный кроссовер продолжает впитывать франшизы. Четвертый сезон Fortnite принес новую карту, свежие ивенты и целую пачку заезжих персонажей. Геральт из Ведьмака, Думгай из Дум, даже Мидори из моей геройской академии. Страшно представить, чем еще будет удивлять экранизация «Первому игроку приготовиться». Они хоть и бракованные, но крайне эффективные. Вышел трейлер второго сезона мультсериала «Бракованная партия». Спин-офф «Звездных войн» расскажет о новых приключениях экспериментальных клонов. Ждем новых квестов банды и безуспешных попыток Империи их остановить. Такие вот старворские неудержимые. Или даже Team Fortress 2. Иногда в полнолуние сериалы превращаются в фильмы. Paramount Plus поделился трейлером полнометражного сиквела шоу «Волчонок». Полнолуние пробуждает злобные силы. А Скотту Макколу предстоит объединить разношерстные стаи, чтобы победить врага. Сюжет жутко пафосный, но кроссовера с сумерками не планируется. Ну а с вами была Лепа Таня. Смотрите 2x2, читайте 2x2 медиа.